Приветствую, комрады, приветствую YouTube. У нас сегодня 20 марта, 15 год, и я выбрался вместе со своей женой покопать в нашем лесочке. В общем, ходить мы будем сегодня недалеко от города, рядом по окраинам, по вот этим вот балочкам. Вот. Искать я буду сегодня, как всегда, Аська 250 и батина катушка, снайперка для Аськи. Ну вот, собственно, будем ходить, лазить. В принципе, здесь уже в последнее время мы ходили, практически ничего не находили. 1-2 совета за пару-тройку часов и все. Но сегодня попробуем, покопаем, походим, пожарим сосисок с сальцом, посмотрим на солнечное затмение, кстати, вместе с вами. Ну, в общем, не переключайтесь, смотрите дальше, что из этого получится. Так, комрады, после 10 пробочек монетка вывалилась, вот лежит. Сейчас будем смотреть, что за монетка. Желтенькая. Наверное, советик ранний. Да. СССР. Интересно, какой год. Копеечка 1946 года. Есть первая монетка. Будем дальше искать. У нас следующий сигнальчик. Монеточка. Смотрим, какая монеточка. 2 копейки 78 года. Вторая монетка. Куча пробок. Ну ничего, будем дальше искать. Так, у нас, ребята, монетка следующая. Вот она. 2 копейки 1970 года. Третья монетка за сегодня. Еще всякие шмурдя в кармане телепается. Ладно, копаем. И у нас следующая находка. Снова 2 копейки советские. На этот раз 84 года. Вот, двигаемся по балочке. Попробуем что-нибудь еще найти. Вот смотрите, дубок какой ветвистый. Такой, как из фильма ужасов по типу. Но он сухой вроде. Может, только верхушки немножко с листиками будут. А так вот почти весь засохший. Вон виднеется гора наша местная. Один комрад спрашивал. Там на заднем фоне у вас не курган случайно? Да, блин, это такой высоты курганов не было, наверное. Это Терекон, насыпь. Раньше здесь породу скидывали с шахты. А мы гуляем дальше. Вот хотел показать. Вот такое вот есть озерцо. Частично еще лед не растаял. Тут такая низина. Со всех сторон балки. Вот, тут прям даже холоднее сразу чувствуется. Вот тут водичка уже имеется. А там еще лед. У подножия вот это вот Терекона. Вы его в моих видео видели с разных ракурсов. С этого ракурса я еще никогда не показывал. Вот у подножия Терекона образовалось в низине вот такое вот озерцо. Старые стволы деревьев. Раньше их было гораздо больше. Вот. У меня еще фотографии сохранились. Сейчас погнили, попадали. Вот, в общем, что осталось. Солнышко вышло. Блики на водичке. Красиво. Весна. Душа радуется. С находками не сложилось. Потом попозже покажу. Сейчас, может быть, еще часика пол, максимум часика пол откопаем. Будем кушать и идти домой. Вот, ребята, костерок распалили мы с женой. Сейчас чуть-чуть прогорит. Угу. Вот, взяли мы с собой сосисоны. Сальцо, огурчики маринованные. Кстати, рецепт такой интересный. Закрывала мама с женой. Огурчики маринованные в кетчупе. В общем, рассол делался из кетчупа. Они такие, как в томате, получаются интересные.
Марина, ты сильнее одевай, чтобы еще можно было сало на кончик. Угу. Угу. Вот такие дела. Сейчас будем жарить и кушать. А у нас уже все готово. Сальцо пожарили. Сосиски с хлебушком тоже. О. Вкуснятина. Ну что ж, комрады, приятного аппетита. Так, комрады, вот наш супер улов на сегодня. Это, в общем, часть ложки. Целая вилка. Патроны от мелкашки. Целый патрончик. Масленок. Вот такой вот, такая вот гильза от охотничьего ружья. Вот такое вот донышко от охотничьего, от гильзы с охотничьего ружья. Такая вот гильза со времен Второй мировой войны. Монетки. Ну вот, монетки вы уже видели. Всего накопали 1, 2, 3, 4, 5 штучек. Колпачок, старый колпачок медный от карандаша или ручки. Пуговица. И вот такая вот фиговинка. Увеличительное стекло в такой вот медной оправке. Для чего-то использовалось. Хрен его знает для чего. Ну вот и все. Вот такой вот коп. Больше не коп, больше прогулка. Погуляли по лесу. Здесь по окраинам. Посмотрели разные места. Покушали. Прошлись свежим воздухом. Подышали весенним. Ну и все. Сейчас вот костерчик уже догорает. Уже сгорел. Угольки сейчас затушу. И будем двигать домой. Так что, ребята, кому видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.